Доллар, прибавив в цене 60 копеек, достиг исторического максимума. Сейчас иностранная валюта стоит 70 рублей 83 копейки. Так дорого Центробанк не оценивал доллар ни разу после деноминации 1998 года. Предыдущий рекорд в 70 рублей 75 копеек был установлен 25 августа. Евро, выросший за сутки на рубль 26, впервые за 10 месяцев поднялся выше отметки в 78 рублей. Сейчас валюта стоит 78 рублей 23 копейки. До исторического максимума осталось чуть более 50 копеек. В третьем чтении Госдума приняла законопроект, отменяющий индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Для этого Пенсионный фонд будет ежемесячно уточнять данные о работающих и неработающих пенсионерах, а работодатели будут представлять данные о сотрудниках пенсионного возраста. Для остальных пенсионеров индексация составит 4%. Так, средний размер страховой пенсии по старости составит 13 132 рубля. Днем ранее Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии в 2016 году. Это значит, что индивидуальная часть тарифа страхового взноса в размере 6% от зарплаты – будет полностью направляться на финансирование пенсий нынешних пенсионеров. Оградить детей от телевизионных новостей. С такой просьбой к родителям выступил уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, добавив, что дети не должны расти в окружении военных действий и терактов. Для этого омбудсмен посоветовал родителям создавать в семье добрую атмосферу любви и понимания. По словам Астахова, несовершеннолетних также нужно защищать от негативной информации в интернете. Меньше четверти россиян за последние 5 лет выезжали за рубеж. По данным исследования Левада-центра, основная цель поездок выезжающих за границу – туризм. Об этом сообщили 88% участников опроса. Самыми популярными направлениями стали Турция и Египет. 25 и 18% опрошенных бывали там хотя бы один раз. В Объединенных Арабских Эмиратах побывали 12% участников опроса. В Греции – 9%, на Кипре – 7%, а 5% опрошенных могут похвастаться отдыхом в Испании.